Ребят, всем привет! Рад всех видеть вас на моем канале. И сегодня я решил выложить ролик, который снимал больше года назад. Это февраль 2020 года. Честно говоря, завалялась распаковочка на данный телефон. Но, на мой взгляд, он абсолютно актуален сейчас. Учитывая даже, что он в цене очень сильно просел. Потому что вышла новая модель. Но он вообще ничем не хуже новой модели. И даже, может быть, чем-то лучше. Вот, и сегодня посмотрите, пожалуйста, мою распаковку. Я старался, снимал ее для вас. Заранее прошу прощения, там будут, возможно, проблемы небольшие со звуком. Я в то время еще не научился хорошо работать с микрофоном, иногда он у меня отваливался. И с резкостью там какие-то проблемы. Я тоже как бы только сейчас увидел это, когда не проверил материал сразу отснятый. Очень торопился. Все, всем приятного просмотра. Так, ребятушки, привет, рад вас всех приветствовать на моем канале. И сегодня у нас распаковочка будет телефончика. Он, правда, уже давно на рынке. Ну, это модель этого года, 20-го. Это Samsung Galaxy S20. Уже все, кто мог, про него обзоры сняли. И вот в конце перитона подошел я и тоже сегодня распакую его и расскажу вам. Также у нас планируется распаковка нового телефона. Ну, как нового? Это новая модификация. Где-то, наверное, через недельку-две я его выцеплю все-таки. Потому что сейчас нигде его нет наличия. Это Ультра. Samsung Galaxy S20 Ультра. Но версия на 512 гигабайт встроенных и на 16 гигабайт оперативки. Вы представляете, 16 гигабайт на это запихнули. Это уже не телефон, а какой-то ноутбук в кармане. Маленький такой и мощный. Вот очень интересно посмотреть, что за модель. А сейчас приступаем к распаковочке S20. Все, погнали. Вот такой, значит, пакетик приехал из Samsung прям. Сейчас я его буду тарабанить. Вот сам телефон S20. И еще нам заслали вот такой вот голубой чехольчик. Вот телефон уже открывали. Не удержались, надо было проверить. Вот он, красавчик, такой вот лежит здесь. Сейчас мы откроем телефон голубой, такой вот, и такой же к нему чехольчик. Все у нас будет четенько, малютка. Лежит в руке, очень удобно. Так, ну что, сдираем пленочку. Опачки. Пленку содрали. С задней стороны тоже опачки. Офигенный. Цвет офигенный. Переливается. Так, еще этот наклеечку. Здесь его тоже удалю, чтобы не портил нам внешний вид. Вот такой красавчик. Также так он голубого цвета, Samsung сделал рамку вот эту вот, алюминий здесь, которая окантовочка, она тоже голубенькая. Но смотрится очень круто. Здесь все заклеено тоже пленкой, чтобы никто до вас его не успел поцарапать. То есть, чтобы все царапки делали только вы. Из магазина он приехал девственный. На самом деле, фиг подцепишь, чтобы собрать. Вот у меня получается. Оп. Вот они. Вот она. Видите. Такая, оп. И здесь такие пленочки стоят. Нет, сбоку нет. Получается только сверху и снизу такая пленка. В разделе. Сейчас давайте распакую чехол. Стрелка отсюда дергать надо. Вот так дергаю, он открывается. Эти новые силиконовые чехлы очень нравятся мне на ощупь. Они офигенные, кстати, у них пошли. Такой вот он интересный внутри.
Кто-то напачкал какой-то китай с грязными руками на заводе. Ух, как он прям мягенько вошел туда. Вот так вот он офигенно смотрится в этом чехле. Так, и что же у нас в коробочке тут еще идет? В коробочке у нас идет зарядничек. Так, руки-крюки. Зарядничек у нас, кстати, довольно быстрый. 7,5 ампер, 25 ватт. Максималки написано. Может быть, я что-то путаю, но вижу цифру 25 ватт. Не знаю. Если 25 ватт, то это круто. Хотя Samsung современный, я знаю, уже поддерживает 40-ваттную зарядку. Она даже продается на, ну, у нас в магазинах официальных, как официальный аксессуар 40-ваттной зарядки. Но фишка в том, что 40-ваттные зарядки, они не будут заряжать быстрее часа все равно телефон. Потому что, ну, допустим, 25-ваттная зарядка и 40-ваттная зарядка. Они зарядят телефон, если брать от 0 до 100, то есть они зарядят его до 75% быстрее, 40-ваттная зарядка, чем 25-ваттная. Я не скажу сейчас точно на сколько, но там, грубо, в два раза, допустим. Вот. Но остатки, 25% батареи, они начнут заряжать примерно одинаково, потому что аппарат начинает перегреваться, и вот остатки эти он должен заряжать на более низком токе. Соответственно, зарядка уже перестает быть такой быстрой в конце. То есть это сделано для сохранности вашей батареи, для продления ее жизни. И, в общем-то, до 100% они обе заряжают за час. Плюс-минус примерно. Да, там час 10, час 0,5, вот так. То есть 40-ваттная зарядка имеет смысл привлечение ее как дополнительной зарядки. Только если вам надо зарядить, вот вы торопитесь куда-то, у вас есть там 10-15 минут, вы воткнули, бац, у вас 75%. Все, побежали. А если вы будете ставить телефон там на ночь, скажем, что, в принципе, я думаю, что вот этой комплектной зарядки вам хватит. В принципе, ей можно заряжать те же 15 минут, но будет у вас там, может быть, не 75, а 60% там. Телефон зарядится до 60%. Разница не такая, но 3,5 тысячи рублей она стоит, дело ваше, покупать или нет. Так, что у нас здесь есть еще? Кабель, значит, USB-C. Черненький. Такой. Мне, кстати, уже несколько таких зарядок в квартире. Быстрых. Очень нравится мне заряжать. Телефон прикольно. Так, и, наверное, да, и АКГ-шные наушники идут с USB-C адаптером. У меня амбишурки тут разные, под разные уши. Так как-то смотано, небрежно. Прикол, короче, с ушами. Их оттуда вынул, обратно фиг засунешь. Ну ладно, запихал. Вот, собственно, все, что у нас есть в комплекте. Так, ребят, ну, в общем-то, комплектно все. Чехольчик вот я вам показал. Силиконовый. Прикольный. Ну, давайте попробуем первый раз включить. Убедимся, что это не какой-то сэмпл, а живой телефон. Вот, Samsung Galaxy S20. Вместе с вами первый раз его включаю. Сейчас, наверное, кучу вопросов мне задаст. Попросит все аккаунты войти, какие только возможные. Далее, так, пропустить. Готово. Все пропустили, что можно было. Теперь у нас все готово. Вот, в общем-то, он у нас запустился. Так, давайте дисплей. Вот то, что я хотел. Все проверить. Плавность движений 120 Гц. Применилось. Так, режим грамм. Где у нас здесь разрешение? HD+.
ничего не могу сказать пока про эти 120 Гц, но я их активировал. Всем спасибо, это была такая быстрая распаковочка. Чуть попозже, может быть, сниму про него обзор. Или уже сразу про ультру, которая сумасшедшая будет, походу. Это процессор у них одинаковый. Snapdragon 990. Здесь 8 гигабайт оперативной памяти и 128 флешка, да, встроенная. У ультры, но там, во-первых, камеры другие совершенно будут, нежели здесь, более мощные. И 16 гигабайт. Это вообще, по-моему, первый телефон на рынке сейчас, я не знаю, в мире, есть ли какой-то еще 16 гигабайт телефон. Встроенный 512 флеш. Также он поддерживает карты памяти до терабайта. И eSIM у него есть. Ну, вообще, короче, телефон бомба. Все, ребят, всем спасибо, что смотрите мои обзоры. Это был S20, Samsung S20. Быстрая распаковочка его. Вот. Рад буду видеть вас на моих следующих обзорах. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, кому нравится, как я делаю обзор. Пишите, чего вам не хватает в моих обзорах. Могу делать более подробный обзор. Если какие-то моменты я вижу, что никто не обозревает, я тоже пытаюсь включить свой обзор, потому что многие проходят по всем гаджетам очень поверхностно, не углубляются. Все, всем спасибо. До новых встреч. Всем счастливо. Пока.